Друзья, YouTube, всем привет! Мы продолжаем серию наших влогов. Сейчас будет влог из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, который был снят в апреле этого года. Прошло немного времени, руки наконец-таки добрались до монтажа. В этом влоге я буду не один и хочу всем вам, мои подписчики, представить свою любимую жену. Ее зовут Печенька. Это Евгения Щукина, и она невероятно талантливый художник. Расскажи нам, чем ты занимаешься. Я художник международного уровня, продаю картины, рисую их на заказ. С некоторых пор делаю еще и уличные стеночки. Вы можете познакомиться с моим творчеством в ссылочках, которую Макс оставит под этим видео в описании. Да, ребята, заходите на ее YouTube-канал, мы только что ее завели, и, пожалуйста, поддержите ее подписочкой, потому что нам важен вот этот первый шаг. На ее инстаграмчик подписывайтесь, там очень много классных работ. И сейчас мы с вами отправляемся в Калифорнию, в Лос-Анджелес, где мы с Печенькой были в апреле этого года и смонтировали вот такой вот видосик. Ну что, погнали смотреть! Уже 10 часов, еще 2 часа, и мы прилетим. Ну что, мы в Лос-Анджелесе и прошли этот паспортный контроль. Примерно это заняло, наверное, минут 40. Теперь мы готовы двигать в город. Небольшой тур по квартирке, где мы живем. Спасибо нашему другу Толяну за размещение в этом офигенном месте. Итак, мы попадаем в living room. Просторная гостиная, балкончик справа. Кухня. Идем направо. Попадаем в комнату. Что здесь будет, никто не знает. Та-дам! Что у нас тут? У-ля-ля! Ванная комната. И... Привет, Мисфетс, привет, Толян. Вот так вот это все выглядит. Что же там мы видим? Чьи-то ноги на балконе. Кто бы это мог быть? Давайте посмотрим, кто у нас в гостях сегодня. Воу, да это же Печенька! Привет! Та самая Печенька-художник. Она сидит, чилит. Теплым лос-анджелесским утром. Такой видочек. Мне всегда нравилась американская техника и ее размеры. Начнем с холодильника, но он же просто гигантский свин. Большущая плита, всегда с разделителем посередине. Конечно же, греча. И гигантская микроволновка, просто гигантская. Мне кажется, туда можно индейку целиком засовывать. Такая фишка. И внимание, леечка. Нет, все работает. Собственно, как-то так, вполне себе. Ну что, мы поднимаемся на обсерваторию Гриффита. Ну, мы взбираемся все выше и выше. Что я хочу сказать? Попробуй еще доберись до этой обсерватории. It's time you listen, Mr. Hollywood. You're not the same guy from the neighborhood. You think you're better, Mr. Hollywood. You ain't been acting like you probably should. It's time you listen, Mr. Hollywood. You're not the same guy from the neighborhood. You think you're better. Короче, Женя считает, что это одно из самых прикольных мест вообще, в которых она была последнее время. Да? Музеи, концерты, это стихо. Место прикольное, нам понравилось. Очень классный вид на город и потрясающе вдохновляющая атмосфера. Ну, а
в чем дело? Мне здесь холодно, и здесь надо одевать свитер, а пока мы шли, было отлично. Вот почему мы раскапризничались. Заметно подкрадываемся к ней. Женька, видеоблогер. Жень, знаешь, мне нравится больше ты, когда ты не ведешь себя как жопа последняя. Просто меня нельзя пускать к людям. Она реально круче всех сидит дома. Она просто может неделю не выходить никуда. Даже если у нее заканчивается еда. Это удивительная способность. Сели на привал. Думаю. И сельдерейчика. А вы говорите Москва. Вот он, Макдональдс, циркушечка. Так. Друзья, мы на пляже Венес-Бич, Тихий океан. Мы вообще прёмся офигенно, так круто. Начинаем наш очередной день влога. А как по-русски говорить с таким гнусавым акцентом? It's impossible. Мы начинаем очередной день нашего влога. And we have English accent. Sorry. Russian accent. Later we can будем смотреть уличное искусство. Всем передаем привет! Ну что, друзья?
друзья, праздник живота в In-N-Out. Только здесь и сейчас. Разорвите свои телеса прекрасными бургерами, картошечкой фри и двойным дабл-дабл. Приятного аппетита. Мы валы. Мы из банана. Банана. Бананджелес. Гитар-центр. Посмотрим, какие там у них гитарки. Драм-шоу, чувака. Should. It's time you listen, it's a Hollywood. You're not the
see me from the knee. Here she comes. You remember how to ride it, Jane? Yeah! California bike ride. Ну что, друзья? Где Женечка? Женечка вон. Мы едем на пляж, едем на велосипедах вдоль вполне себе полноводной реки. Прикольненько. Что, друзья, мы на океане. Тихий океан. Лос-Анджелес, Калифорния. Печенька прячется от меня. Я стою против солнца. И ловлю волну. Отличное место. Друзья, вот такая вот вышла поездочка в Лос-Анджелес. Я надеюсь, вам понравилось. Теперь мы будем с Евгенией, с печенькой появляться вместе на моем YouTube-канале. Возможно, будут какие-то новые ролики с новыми темами. И финальные слова от печеньки. Приятно познакомиться! Уи-ху! Ну, лайк, подписка там, говори. Комментарии, сердечки. Ну, говори! Лайк! Лайк, подписка, сердечки, комментарии, пальцы вверх. Да, и не забывайте про колокольчик. Все ссылочки на Евгению, на ее канал и на ее инстаграм-аккаунт в описании. Спасибо за просмотр этого видео. Мы вас всех обнимаем. Увидимся, услышимся скорее, чем вы думаете.